проклятие! Хамло! Ты, баран ты этот! Давай, плохо. Теперь помедленнее. Я ищу Роше. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь ищи? Понимаю. А за тобой, надо думать, грибники лагерем стали. Мы это, за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбить? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой-то... Геральт, заходи. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Герд. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Я ищу ублюдка младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Так что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь на встречу с риданским... Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Ты меня достал, Седой. Сволочь! Слышал вчеровой. Что они делали с этой женщиной? Да что и всегда. Лагать начало. Вот управимся с колдуньей и завтра. Покажи, что у тебя. Бывай. Тебе тоже приходили люди ублюдка младшего. Взять план. Держись от меня подальше. Предание. Человек, с которым мы должны встретиться. Уже, наверное, ждет. Готовы? Связной ждет в шахмат. Пойдем. Что-то здесь не то. Посмотрим. Шах и мат. Говорят, что это королевская игра, что шахматы учат стратегически. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила. Знаешь, ведьмак, зачем? Чтобы убить время? У меня нет времени, чтобы Я играю в шахматы. В этих фигурках шумит кровь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого места. Я хочу сломать шах. Понимаешь, о чем я? Нет. Ты не понимаешь, потому что ты не король. С точки зрения пешки король видит шахматную доску иначе. Теперь понимаешь? Нет, все еще не понимаю. Неважно. Зачем ты привел ведьмак? Ведьмак сам все объяснит. Я ищу ублюдка младшего. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду нас. Я разместил младшего в имении в Оксинфурте. Тебя туда не впустят. Но младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Я ценю жест. Король должен быть суров с врагами и щедр с друзьями. К тому же младший мне уже не нужен. В свое время я напомню тебе об услуге. Мне кажется, он все больше погружен. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Герд? Я ведь тоже... У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образу... Хорошо, Раша, я подумаю. Управимся с колдуньями и за вас возьмемся. Сейчас блевану со скуки.